Югорчане принимают участие в национальном чемпионате «Обилимпикс 2018». Это конкурс профмастерства для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья показывают себя в кулинарии, компьютерном программировании, автомеханике, флористике и даже сварке. Кроме самого конкурса, в Москве сегодня проходит научно-практическая конференция по адаптации инвалидов. В заседании принимает участие губернатор Югры Наталья Комарова. На прямую связь с нашей студией выходит специальный корреспондент Василий Сысуев. Василий, каким опытом может поделиться Югра со всей Россией? Добрый день, Илья. Буквально через пару часов уже начнется заседание пленарное, на котором эксперты со всей России будут обсуждать инклюзивное образование, его развитие. В целом акцент сделают на профориентации и последующем трудоустройстве инвалидов. В этом вопросе Югре есть что рассказать и чем поделиться. В частности, мы занимаем 4-е место в России и 1-е место в Уральском федеральном округе по уровню занятости инвалидов. Этого удалось добиться благодаря ранней профориентации еще со школьной скамьи, потому что в образовательных учреждениях округа внедряют лучшие инклюзивные практики по практике обучения. Кроме того, наши земляки и югорчане постоянно участвуют в конкурсах профмастерства, таких как «Обилимпикс». Буквально в эти минуты они проходят тестовые испытания. Я приехала сюда самоутвердиться, чтобы доказать то, что все-таки я могу быть хорошим специалистом, вне зависимости от того, что у меня есть какие-то здоровительные патологии. Расскажите, сложный конкурс вообще, конкуренция большая? Конкуренция большая, 25 человек. Вот. Ну, для меня не особо сложно. Компетенции в конкурсе самые разные, начиная от резьбы по дереву и заканчивая веб-дизайном. Кстати, после окончания заседания губернатор Югры Наталья Комарова встретится с участниками, югорчанами. И пока на этом у меня все. Илья, тебе слово. Спасибо, Василий. На прямой связи со студией был Василий Сысуев. Он сегодня работает на чемпионате профмастерства «Обилимпикс 2018».